Привет-привет, друзья! Вы на канале Мультипути! Всем вкусняшек и мороженок! Вы что, переживали? Думали, я пропал, да? Что со мной случилось? Да у меня компьютер поломался! Вы представляете? Я с ним бутохался 5 дней! Не знаю, короче... Починил, не починил? Напишите мне в комментариях, как видимость, как звук. Еле-еле мы его настроили, мастер приходил. Ну а сейчас я вам покажу, ребята. Ты смотри, у меня появилась новая собачка. О, вот она, мой песик. У меня песик новый появился, зовут его Сосиска. А ну-ка, ко мне, Сосиска. Ко мне, Сосиска, смотрите. Ко мне. Хороший песик. Смотрите, Сосиска. Ой, ее догонит. Как она ползает хорошо. Тихо-тихо, сосидосина. Видали? Класс, да? Вот это Сосиска. Ни у кого нет такого, такой собачки. Только у меня такой песик. Сосиска. Смотри. Как ее колбасит. Сидеть, Сосиска. Ну, сидеть, лежать. Ко мне, Сосиска. Сосидос. А ну, ко мне. О, ко мне, слушается. А ну давай. Ты видел, видал? Ля, Сосиска, ты чё? А ну сидеть, а ну лежать. Ты чё встала? Видали, мне дрессированная Сосиска. О, попросыпались еще мои друзья. А ну, апорт, Сосиска. Ха-ха, смотрите, непослушная собака. Так, попросыпались, курица проснулась, Бонни проснулся. Ребята, я с вами соскучился за всеми, просто капец. Просто так соскучился. Ой, закрыл дверь, Сосиска, нет. Нельзя, Сосиска, фу, куда лезешь, нельзя, фу. Противная Сосиска. Так, ладно, сейчас я с ней поиграюсь. Обязательно напишите, как там качество видео. Потому что мы настраивали компьютер вообще. А там, короче, плата какая-то сгорела. И пришлось за ней ездить. Потом купили одну, она не подошла. Тихо, Сосиска, ты чё? Сосидосина противная. А ну сидеть, кому говорю? Кому нравится моя Сосиска? Кому нравится этот новый песик? Энда 2000, лайк, засандальте лайк этой собачке. Кто вообще любит животных, лайк поставьте. Я обожаю животных, я люблю котов и собак. Я вообще люблю животных. Куда ты лезешь, Сосидосина? Я сейчас погоняю, я сейчас как подрессирую. Ко мне, Сосиска. О, ползёт, видали, как жопой виляет? Вообще, как виляет жопой, капец! Какая же она смешная! Сосиска! О-хо-хо, ползёт! Сосидосина, а ну сидеть! Я хозяин, я мультипульти! Все, приползла! Крутяк! Короче, я сегодня решил просто проверить компьютер. Вы мне, вернее, скажете. Ты мне скажи. Как нормально, качество видосов, качество видео, чтобы я знал, я почитаю комментарии, если что там что-то настрою, если что не нравится. И завтра уже, надеюсь, на завтра будет полноценный видосик. Потому что, ну это капец, у кого такое было, у кого ломался компьютер? Короче, это называется, как-то там не сказали, у меня синий экран был, и ничего не загружалось, и ничего не работало. Вообще никак нельзя было ничего сделать. Так, тихо. Ты смотри. Чикаля развернулась. А Сосиска там сидит, а, хитренькая. Ждет меня с левой стороны. Нет, ты видел это? Ты видел, какая хитрая, непослушная собака? Сосидосина. Все, дождался я. Ребзя, сейчас же Фокси побежит. Ой, нет, лезет. Ля, какая хорошая собачка. Ко мне! А, ишь ты какая! Ля, какая умная! Ох, а смешная какая! Ой, Бонни окружает и Фокси! Мама дорогая, лезут! Вы чё? Соскучились за мной, да? Аниматроники, скучали за мной 5 дней! 5 дней меня не было! Вернее, сегодня 5-й день! Я решил просто 5-минутный видосик
чисто так посмотреть. Я сейчас сам выпущу его и сам тоже гляну, на качество гляну. Нормальное качество, а то настраивали это, всякие настройки там, всякие эти, как его, какие-то там, как же они называются, мне говорили, драйвера. Драйвера, короче, там устанавливали. Бонни, чеши давай, я лезет. Обязательно мне в комментариях напишите, как видос по качеству. Ну и вообще, как бы поприкалывались с этой сосиской, с колбасой. Ой, куда? Вот, какая она умная у меня. Видали? Хитренькая, обошла. Ну ладно, ребят, вы же помните, за мной пятая ночь. Я все четыре ночи прошел, пятую ночь я вам обещал. Обязательно сделаю. Посмотрите качество видоса и лайк не забудьте мне поставить. Кто там за мной соскучился, за мной? Я-то за вами скучал, да. Знаете, как я волновался-то? Когда уже буду для вас видосы делать? Ну ладно, вы были на канале Мультипульти. Пока, ребзя!